Вторая пила аккумуляторная от бренда Green Works. Будем готовить сад к консервации, заготавливать его к осени. Цепная пила аккумуляторная Green Works. Бестселлер телеканала Shop & Show. Было продано более 1000 предложений только за один день. Повтор по просьбам телезрителей, выбор постоянных покупателей. Цена только сегодня 10 999 рублей. Успевайте делать заказы как можно скорее. Ну и, конечно же, только у нас самая выгодная цена. На сайте бренда Green Works точно такая же пила стоит 17 тысяч рублей. Сегодня она у нас за 10 999 рублей. Поспешите сделать свой заказ и давайте с ней знакомиться подробнее. Сейчас сезон начинается, когда надо заготовить бревнышки на зиму, когда надо попилить все сучки на деревьях, чтобы деревья начали дышать и перезимовали действительно хорошо в наших с вами огородных и дачных садах. Поэтому именно сегодня мы посвящаем этот эфир пиле от бренда Green Works. Два эксперта у нас сегодня сразу. И Алексей Мичурин, и эксперт от бренда Green Works Сергей Евприков сегодня будут с нами. Ну что, начнем, мужчины, с ней знакомиться. Но в первую очередь нужно сказать, что эта цепная пила является аккумуляторной. То есть относится вот к современным видам инструментов, которые работают от аккумулятора. То есть все, что вам нужно, это просто вставить сюда аккумулятор, нажать на кнопочку, и она начинает у вас работать. Ну, Сергей, расскажите вообще о компании Green Works, пока я начинаю пилить. Да, что это такое у нас? Компания Green Works – это международный бренд со штаб-квартирой в Соединенных Штатах Америки. Огромный завод Globe Tools. Завод построен еще в 1985 году, то есть 35 лет заводу. Сам бренд Green Works выпускается с 2000 года, 20 лет этому бренду. И бренд широко зарекомендовал себя уже на рынках Америки, Канады, Европы. И только у нас, только сегодня он в России. И только у нас, только сегодня самая выгодная цена 10 999 рублей. Ну, знаете, мужчины, я вот вспоминаю это лето, которое уже практически подходит к концу. Родители отправились на дачу пилить деревья, вот там тоже что-то опиливать. У меня у папы пила вот такая проводная, знаете. И, в общем, история в том, чтобы опилить 6 соток деревьев, понадобилось 2 дня чуть ли. И невероятное количество нервов было потрачено, потому что пилу постоянно приходилось переподключать, а то она заедала, то еще что-то. Здесь, слушайте, вы легко с ней просто передвигаетесь по студии. Смотрите, я могу ей пилить именно потому, что это аккумуляторная пила в пластиковом корпусе. Она очень легкая, она весит всего лишь 2,5 килограмма. Я могу ей работать одной рукой, это очень просто. То есть не нужно никакого давления, ставим пилу на бревно, и она под собственным весом легко распиливает бревно. Слушайте, ну, смотрите, даже здесь видно, что есть сучок в дереве. Ну вот это главное преимущество. Главное преимущество вообще аккумуляторной техники, то, что она очень удобная в обращении. То, что не требует распутывания проводов, подключения куда-то, не требует никаких бензиновых смесей, сложного вот этого завода, бензопилы. Ну и плюс ко всему легкость, конечно же, потому что бензиновые пилы, они тяжелые, и нужно постоянно работать двумя руками. Здесь ты правильно сказал. Можно и сучки на весу распилить, да, подняв пилу, соответственно, повыше. Положи ее на сучок, и вот таким вот образом мы с вами идеальное решение, когда ты можешь и на весу, и даже вот в такой истории пилить бревна даже одной рукой. Это говорит действительно о том, что пила легкая, но при этом очень мощная. Слушайте, я все-таки наслушалась там от папы и от своего мужа по поводу этих пил. Расскажите, вот просто есть такие, кто-то только там, не знаю, бензиновые любит, кто-то только проводные, у нас аккумуляторные. Во-первых, чем это круче, во-вторых, насколько здесь хватает заряда, потому что это все-таки важно. 6 соток хочется опилить там за несколько часов, а не 2 дня мучиться и подзаряжать все время. Ну, во-первых, мы все на даче хотим тишины и покоя. Хотим экологию на своем собственном участке. И для этого лучше всего это аккумуляторная пила. Потому что не нужно будет бензин мешать с маслом. Даже у меня друг всегда забывает этот бензин принести. Не нужно провода раскатывать, потому что есть опасность перерезать провод или просто забыть его потом на участке. Удобство это наглядно. Мы сейчас продемонстрируем.
значит, насколько хватит аккумулятора? Да. Был такой вопрос. Аккумулятора хватает на 60 минут непрерывной работы. Ого, себе хороший параметр. Если в количестве пилов, то это 100 пилов. Угу. Дерево толщиной 10 сантиметров. То есть я могу спилить на одном аккумуляторе 100 деревьев. Да, это серьезная работа. Я думаю, вряд ли у кого-то набрачено 100 деревьев, которые нужно спилить. У меня хватает на целый день работы по саду. Сереж, очень важный вопрос. Какая цепь и какая шина здесь используется? Потому что это тоже очень важный параметр пилы. Здесь используется цепь от компании Орегон. Орегон – это изобретатель пильной цепи. Угу. То есть такую цепь в случае, так, в крайнем случае, если она вдруг там затупится, или повредится, то есть эту цепь можно купить в любом магазине, потому что Орегон продается во всех магазинах. Слушай, у тебя сразу три доски, и ты хочешь сказать, что она настолько мощная, что она распилит вообще все, что угодно сегодня? Да, конечно, то есть... Что еще можно ей пилить? Да, можно распилить все, что угодно. Можно распилить даже кусок льда. Кусок льда? Раз. О, ничего себе! Реально кусок льда распиливает! Кусок льда он пилит как по маслу. Для тех, кто рубит проруби, как раз вы можете использовать данную пилу, чтобы делать себе отверстия в водоемах и рыбачить, либо принимать холодные ванны. Да, покупаться. Все очень любят зимой моржи покупаться, позакаляться. Вот с помощью нее можно как раз и распилить. Идеально, друзья, это просто супер предложение. Но мы сегодня хотим показать и рассказать, что это не только важный такой момент для мужчин, но еще и, друзья, любая женщина с этим тоже справится. Долгая автономная работа от аккумулятора, предохранитель и щиток для защиты рук. Друзья, здесь все безопасно. Цепи Орегон экономят энергию и меньше изнашиваются. Шины Орегон также изготавливаются из прочной кренистой стали. У вас только сегодня одна возможность забрать ее в цене 10 999 рублей от бренда Greenworks и сэкономить и подготовить свой сад полностью к осени.